Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Родина Ролиплей. Чуваки, по названию ролика, думаю, вы догадались, о чем пойдет речь. Сегодня будет, конечно, историческая хуйня, какой-то пидор, сука, на доджик меня подрезал. Видите скорую, пацаны, это скорая подписчика, он ее продает, короче. Смотрите, у нее номера там есть, вот. Сейчас проедем быстренько, блин, нельзя нарушать, ну ладно, сейчас проедем. Пацаны, я решил себе купить скорую, но как у меня места нету, я решил продать... Хотел, думал, сначала продать Камри. Камри у меня охуенная машина, просто моя самая первая тачка. Я думал продать, потом думал, блядь, да ну нахуй, не хочу продавать, короче, Камри, и решил Феррари сейчас багрить. Если никто не купит, придется в пост сливать ее. О, скорая помощь тоже тут продается, лол. Смотрите, кто-то тоже скорую помощь купил. Ёбаный хуй. Это, конечно, жестко. Продам Феррари. Цена 6.5 ФТ. Давайте покричим немножко. Может, кто-то у нас ее и заберет. Я хз на самом деле. Возможно, кто-то и заберет у нас ее. Продам Феррари. Феррари, Феррари, пацаны, Феррари. Покупайте Феррари. Ладно, даже за 6 отдам. Продам Феррари, 6 лямов, пацаны. Обмен. Не, спасибо. Не, спасибо. Я обещал подписчика купить его. Может, с ним обмен? Рома. Может, Ghost Boy обмен? Го, давай, ДП, давай, пусть будет ДП, допустим, 1 миллион, твоя ДП, предлагай, или я, как там предложить обмен, пацаны, сейчас бы обменять Феррари на скорую помощь, конечно, блядь, ну, твоя. У Феррари ГОС 9 миллионов. И она ФТ. А, сори, не могу, у меня денег нету. Ну, давай без ДП. Давай без ДП этот обмен. Окей. Предлагай. Предлагай, чувак. Сейчас бы Феррари, пацаны, скорую помощь. Ну, блядь, ну я не езжу на ней. Так, Феррари. Модель. Так, скорая помощь, доплата 0. Все, произошел обмен. Все, вообще заебись, пацаны. Купил скорую помощь. Обменял скорую помощь на Феррари. Че, я на эту Феррари поменял? Стоп. Бля. Чувак вместо тебя кинул предложение. Блять, я эту скорую взял, а не ту, сука. Вот пидорасы тут ебаный, сука. А ну, Карпас. Карпас. Да, блять, ебаный хуй, садись в неё. Бля, я хотел скорую, но, бля, я хотел подписчика взять. Меня чувак тут наебал. Тот чувак вместо тебя кинул. Пиздец. Да я знаю, шесток, блядь. Я не увидел. Да-да. Пизда, я скупил стоковую еще скорую, блядь. Ёбаный хуй. Как ее, блядь, Карпас, ёбаный Карс. Скорая помощь, где она, скорая? Ага. Пробег 24 тысячи километров, налог.
понятно, понятно. Так, а что там по тюнингу вообще? Да, она, походу, стоковая. Пизда вообще, пацаны. Полная пизда. Купил скорую, блядь, тем более еще стоковую. Блядь, как она там заводится? Я забываю постоянно. Да похуй, ладно, блин, конечно, сука. Ну, пизда, постоянно, сука, наебут эти пидорасы. Меня заебали уже, сука. Выебал бы их нахуй, пидоры съебучие, сука. Ёбаные дятлы, блядь. Сука, вот систему такую, блядь, сделали. Не могли сделать, что, блядь. Ну пизда, конечно. Это я, конечно, блядь, в глаза надо долбиться, сука. Реально, сука, у меня подгорела. Я хотел подписчика купить, у него она не стоковая была. Пиздос, просто пиздос, блядь. Я реально не понимаю, просто пиздец. Тупо скорая помощь. Какая у него гос, блядь? А ну, карс. Какая гос у этой, сука, скорой помощи? Бля, я не знаю, какая гос цена у этой машины, блядь. Вообще хуй знает. Пиздец, просто пиздец, реально. Купил, блядь, стоковую скорую помощь вообще. Замечательно просто. Нахуя вообще ее купил, пацаны? Чтобы затюнить и ебашить, пацаны, короче. Потому что, как вы помните, я снимал серию по скорой помощи. И, бля, мне очень понравилась эта скорая помощь в управлении. Поэтому я решил себе ее купить. Мне подписчик написал, блин. Подписчики, ты смотришь, извиняй, реально. Рома. Романова вроде звали, да? Извиняй, блин, я не видел просто, реально. Это, да, я виноват, в принципе, что не увидел, блин. Что ты мне предложение кидаешь. Этот пидор просто подъехал, сука. Реально бы, сука, банил бы таких нахуй. По IP, сука, пидорасов просто. Просто бы банил, блядь. Первая Феррари у того пидораса, блядь. Вообще замечательно. Понимаете, у него ГОС там почти 9 миллионов. И еще ФТ, блядь. Вообще, чувак там, блядь, наверное, довольный, нахуй. Пиздец просто. Сука, найду этого пидора, нахуй, выебу просто его, блядь. Просто выебу. Так, давайте мне сообщение пришло, наверное, подписчика, фоны. Сообщение, так. Кирилл, привет, передашь. Рома Сидор, привет тебе. Передал. Все, извиняюсь, чувак, реально, я хотел у тебя купить скорую. Пизда, теперь, блядь, я купил стоковую какую-то вонючую скорую, блядь. Сука, сейчас потрачу на тюнинг где-то, блядь, 1,5 миллиона, по-любому просто. Просто по-любому, блядь. 1,5 ляма уйдет, как просто выходалки не ходи, блин. Сейчас найдите 100 с чем-то, да? Но у него тоже, по-моему, не ФТ была, как я помню. Ну, сейчас посмотрим, сколько она будет ехать, пацаны. Сейчас просто поставим по максимуму тюнинг. Теперь у нас будет скорая помощь в гараже. Да, чуваки, я ебанутый, купил скорую помощь. Обменял скорую помощь на Феррари. Точнее, Феррари на скорую помощь поменял. Господи. Какой же я аутист, блядь. Не, ну пацаны, блин. Такого я точно думаю, никто не делал, кроме меня. Феррари менять на скорую помощь, конечно, это сильно. Так, ну это понятно, блядь. Сейчас все бабки уйдут на ее тюнинг только. Все по максимуму сейчас поставим. Чтоб прям охуенчик было. Подвеску сейчас поставим. Смотрите, сколько как бабки ходят, видите? Просто нехуй делать. Снижение веса, да, без проблем вообще. Так. Все, заебись. Теперь выезжаем. Надо заехать туда еще, поставить. Сейчас посмотрю, сколько. Я не буду сейчас специально смотреть, сколько она едет. Но мы это сейчас выйдем на трассу, посмотрим, сколько она точно едет. Да, блядь, что ты не ставишь стробоскопы, ебаный хуй. О. Стробоскопы ставим и вот эту хуету ставим. Все. Какой противник, блядь. Да иди ты нахуй с этим противником. Господи, как эта хуйня меня бесит просто. Ладно, автохоккей потом поставим. В принципе, похую вообще. Сейчас проверим максималочку этой тачки. Давайте пропишем cars. И посмотрим максималочку. И информация о авто. Это не то. Давайте другое посмотрим. Скорая помощь и комплектация автомобиля. 179 она едет. Ну, я думаю, неплохо, да? Сейчас пробуем навалить на ней. Ну, блядь, довольно-таки нехуево, да, едет? Пацаны, скорая едет 179. Я думаю, вполне себе неплохо. Вполне себе неплохо. Сейчас чувак охуеет, как я его дерну просто, смотрите.
просто вау. Блять, только я могу такой дичью заниматься. Ее можно красить? Наверное, нет, нельзя, да? Да, судя по всему, нельзя ее красить. Ну и хуй с ней, да. Тормоза у нее хорошие, в принципе. Сейчас еще тапку в пол дадим. Так, карс. Давайте выключим стабилизацию, и нужно поехать ее домой припарковать. Давайте поедем туда, в ту сторону как раз. Да, пацаны, я ебанулся, я купил скорую помощь. Ах, почему бы нет? Почему бы нет? Поменял Феррари на скорую помощь, еще и вложился в нее. Ушло у меня на ее тюнинг лям 350... Да, лям 1 миллион 350 тысяч, пацаны, в скорую помощь. И сама она стоит где-то 7 лямов, пацаны. Поэтому как-то так, да. Скорая помощь, пацаны, Феррари. Замечательно просто. Не, ну тулит она, пацаны, нормально тогда. Что-то она сейчас не хочет ехать. Давай. Максималочку что-то, не знаю, там выжимает, но выжимает, пацаны. Самое главное, что она выжимает. Это странно, а цифры скачет. Но 179, пацаны, ну, это довольно-таки неплохо. Если бы она ехала 200 с чем-то, было бы вообще лучше, конечно. Но, увы, это невозможно. Но так, пацаны, можно будет на ней повалить боком. Не знаю, что еще можно будет поделать. Драгрейсинг, пацаны. Я ж в СМПЮ нахожусь более, пацаны. Буду на скорой своей. Личная скорая, пацаны. Вот именно, знаете, человек, любящий свою работу, купил себе скорую помощь, блядь. Вообще жестко, да? Только я мог такое сделать, конечно. Ну, да ладно. В принципе, я доволен своей покупкой. Феррари, ну, блядь. У меня вместо Феррари есть i8, поэтому и так нормально. Вот я поставил машину в гараж уже. Ну, не смог я продать, пацаны, Камри, не смог. Теперь у меня будет скорая помощь. Просто скорая помощь, пацаны. Это реально круто. Вот Камрюха стоит. Ну, как-то теперь вот такой мой гараж выглядит. У меня еще деньги есть. В принципе, если я на ней катаюсь, я ее, в принципе, продам. Ну, это у меня все. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.